Ребята, ну что, мы опять с Инной выехали, съездили и забрали маму скелет. Именно скелет, да, девочка моя? И у нее 8 малышей. Забрали, как называется? Плешкина. Плешкина. Все голодные, у мамы вообще, считайте, там жуть просто, просто жуть. Радости, мама дома. Забрала ее из заснеженного навеса. Что, тараканы? Где их только нету? 10 штук у нее. Причем четверо точно не ее. Но она хорошая мама. А это у меня дома. Но это не все. Всего их 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Вот остальные приползли. Маленькие такие умнички. Насыпала им опилки. И все ходят какать на опилки. Молодцы. Кто мой свитер стащил? А, тараканы? Да, и по очереди ходим сосать маму. Мама, скелет. Я посадила самого манюсенького к маме. Присосался головастик. Ты моя девочка. Просто спим. Ура, целая мама и наша. Остатки сладкие, да. Все, что можно высосить у мамы. Господи, мои холошики. Сонечка. Самый храбрый. Вот эти грозные собаки, которые в будущем могут напасть, когда будут голодные, брошенные и останутся без куска хлеба. Вот они должны были вырасти помойными собаками. Но, ребята, мы их вытащили, мы их накормили. На меня тоже нападают. Ужасно нападают. Отбиваюсь как могу, ногами. Все, девочки, съедят к утру, съедят меня к утру. Что, тебе тоже стало? Грозные мои собаки, грозные, грозные. Самая большая собака, самая большая. Вот это самая-самая большая. По сравнению с другими... Такой крошечный таракан. Ну вот, видите, его братики. Он в 3 раза меньше их. Хотя и эта мелочь весит от силы 1,5 кг. Вот эта крошечка, это девочка. Маленькая крошечная девочка. Манюсечка. Да? Как она выжила в снегу, ребят, я не знаю. Но этот ребенок крошечный. И ей сейчас где-то 1,5 месяца. Вы понимаете? 1,5 месяца вот этой крохи. Крошечка.
Тихо, не обижай ее, она совсем маленькая. Медвежонок. Эй, козявка, иди нападай на кого-нибудь своего размера. Страшные собаки нападают, нападают, съедят. Да, 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 да. Ты лежишь, красавица. Держи пирожок. Пусть, пусть, пусть. Так. А остальные где? И там половина. Да? А мама на кровати.